Автоматизированная пехота – это будущее. Но уничтожать гражданских – не проверка. Сэр, похоже, это корабли ополчения. Они высаживают наземные войска в северной части поселения. Это реальная угроза. Задействовать еще 3 отряда спектров. Активируйте и других спектров. С востока к нам приближаются пилоты ополчения. Отделение Чарли все еще разбирается с колонистами. Ну так надо сказать этим ублюдкам, что у нас тут есть дела поважнее. Так точно. Внимание, пилоты! Устроим новым спектром проверку. Это битва на истребление. Убейте всех ополченцев в этой зоне. Удачи! Аварийного маяка и пытаются определить местонахождение оставшихся террористов. Риск, ты вроде сказал, что этот лагерь зачищен. Выясни, где укрылись живые. Там готов к высадке. Жду вашего сигнала. Ожидайте высадки титан. Внимание! Мы справляемся с бандитами, но перевес у нас небольшой. Я перехватил еще один фрагмент. Выделил только голос. Отходим на корабль-носителю. Объясни нашу неприятную связь. Мои ребята мертвы.
говорит голос, сэр. Это голос мертвеца. Узнайте, откуда исходит сигнал.
Край обрыва! Макалов! Они даже не знают, во что вляпались. Ты! Мне нужно наверх этого носителя! Так точно! Развернуть все силы вокруг этой зоны! Нам нужно время, чтобы живые успели бежать! Миш, я передам тебе кое-какие данные с Одиссея. Иду внутрь! Жди меня! Так, ребятки, это будет бой на истребление. Следите, чтобы АМС не добрались до Маккаллана и постарайтесь выиграть время для выживших. Пошли! Дэш, теперь этот Маккаллан командует? Он лучше нас знает эти места, Сара. Может, из АМС. Не доверяю я ему и тебе не советую. Может, но наша тактика отстой, а он повидал битв больше, чем мы все вместе взятые. Не волнуйся, я за ним пригляжу. Отбой. Отлично справляемся. Продолжай в том же духе. Миш, подключаю тебя к компьютерам и черному ящику Одиссея. Надо запустить его, чтобы начать передачу. Это же просто куча металлолома, Мак. Чего тебе там надо? Что-то важное? Доверься мне. Ты же хочешь навалять АМС? Тогда тебе пригодятся эти данные. Погоди, сейчас запущу реактор. Передача. Ого! Да это же схема для Деметрии. Да-да, Вич. Они самые. Прикроем эту лавочку, и АМС больше не доберутся до фронтира. Там мы их всех и прикончим. Командир, они отрываются. Если планируешь что-то предпринять, сейчас самое время. Полная задница. Держись там! Я постараюсь добыть вам нового. Пилот, штат будет готов через 2 минуты.
объясняю, что мы все еще отстаем. Надо постараться. Внимание, титан будет готов через 30 секунд. Вот-вот развалится, ты уверен, что все сработает? Не суетись, Биш, нам на нем не летать. Для того, что мы задумали, времени хватит. А что мы задумали? Макалы, ты чокнулся, если собрался уничтожить Диметру. Там авиаподдержка больше, чем весь флот ополчения. И половины всей правды не знаешь. Знаем половину? Мы с ними каждый день бились, пока ты прятался. Поверь мне, я больше не прячусь. Не тупи, пилот! Мы проигрываем битву. Займи АМС делом у носителя, чтобы мы могли вытащить людей Макаллана с этих холмов. Твою ж мать. Мак, да это золотая жила. Выбить АМС с фронтира? Невозможно. Нет, Ви. Очень даже вероятно, я же знаю. И Грейвс тоже знает, да? Откуда? Скажем, давным-давно мы вместе над этим работаем. Уходим отсюда. У нас есть часть данных с корабля-носителя. Надеюсь, Макаллан сможет заполнить пробелы. Все еще интересуешься, почему Макаллан нами командует, Сара? Да он только что добыл больше данных, чем мы за год. Похоже, у нас появился шанс прищучить АМС. Стало только хуже. Командуй, Мак. Куда дальше? Город Ангелов.